И еще одна спортивная новость, но уже из мира футбола, пришла сегодня из Рима. На встрече министр спорта и туризма Беларуси, вице-президента УЕФА, стало известно о возможном проведении в Минске в 2021-м Суперкубка Европы. Сергей Ковальчук сегодня был приглашен на базу футбольного клуба «Рома», где ознакомился с инфраструктурой. Это эксклюзивные кадры съемочной группы агентства теленовостей первых представителей СМИ Беларуси, которые побывали на тренировочной базе легендарного римского клуба. В его составе около 20 лет назад выступал белорус Сергей Гуренко. С вице-президентом УЕФА в первую очередь разговор шел о том, чтобы в 2021 году у нас провести суперкубок УЕФА в Минске. Если будет возможность поддержать нашу страну, наш город, попросил его, чтобы он посодействовал в этом, обещал по возможности оказать содействие при организации проведения данного спортивного мероприятия. Потому что я знаю, что три страны сегодня претендуют: Финляндия, Северная Ирландия и Беларусь на право проведения данного мероприятия. Ну, кто выиграет, посмотрим.